Друзья, добрый день. Хотел бы вам показать, как я подкармливаю своих щенков и крупных собак. Подкармливаю кальцием. Это у нас получается яичная скорлупа. У меня есть домашние куры. Я вот скорлупу собираю, сушу их в котельне. Потом начинаю их вот такой штукой толчить. Она превращается в очень мелкую, кусочки мелкие, ну, практически мука. Щенкам в творог добавляю, а крупным собакам в требуху. Они его кушают очень даже хорошо. Очень полезная вещь. Магазинный кальций, это кальций, конечно, тоже. Но я вот предпочитаю больше давать куриную скорлупу. Попробуйте, вашим питомцам должно понравиться.